Приветствую, дорогие друзья! Вы на канале Первый Караван, с вами Валентин. И сегодня у нас на обзоре отличный двухзонный английский прицеп Bailey Pegasus Rimini. Прицеп 2019 года выпуска, но его цена будет указана в описании. Ну а теперь обзор, поехали! Давайте сразу проговорим, что интересного у нас в этом домике. Это у нас двухзонная модель с двумя раздельными кроватями в задней части. В комплекте у нас есть мувер. Ну и в этой комплектации у нас присутствует большой 120-литровый холодильник. Отмечу, что обычно в этой комплектации, в этой модели у нас нет большого холодильника. Так что, скорее всего, эта модель была собрана под заказ. Обычно такие холодильники, как правило, в юникорнах. Ну а теперь по внешнему виду. Три окна в передней части, центральное у нас является скайруфом, то есть немного заходит на крышу, за счет чего попадает больше освещения, ну и в целом это выглядит более стильно. Также ручки для поворота прицепа, рундука в передней части у нас нет, это эксперименты компании Bailey, рундук у нас находится сбоку, дальше мы его с вами увидим. Ну и дышло по длине 90 см с прицепным устройством, как всегда, Алко, со стояночным тормозом, самое главное, с накатным тормозом, с колесом для лифтования прицепа и с фишкой для подключения на 13 контактов, что позволит вам заряжать аккумулятор в дороге, пользоваться холодильником в дороге, ну и будет работать освещение. Ну и, конечно же, прицеп со всех сторон имеет опорные лапы, в данном случае две штуки в передней части. Ну, пойдемте дальше, посмотрим все остальное. По правой стороне окно, ведущее в переднюю зону отдыха с диванами. Далее, гнездо для подключения водяного насоса. Вода подключается у нас снаружи, как и во всех английских прицепах. Выхлопная труба от отопления трума. В данном случае у нас трумокомби стоит. Работает она и от газа, и от электричества. Но к этому мы еще вернемся. И вот как раз-таки, как это реализовано у Bailey, место для хранения и подключения газовых баллонов находится у нас сбоку. Примерно в районе кухонного блока. Здесь же у нас окно, ведущее к этому кухонному блоку. И, как я говорил, в комплектации у нас идет мувер. Мувер от фирмы Power Touch, один из самых популярных производителей муверов, с ручным подводом. Ну и, собственно, сказать про него больше нечего. Пойдемте дальше. В задней части имеется небольшое окно. Ведет оно у нас в санузел. Санузел у нас находится в задней части. И, соответственно, крайне редко, но бывает так, что кассета находится также в задней части. Сверху у нас заливная горловина для смывного бачка. Ну и кассета достается, как обычно. Все, ничего необычного здесь нет. Единственное, только ее расположение. Аналогичные передние ручки для поворота прицепа во время парковки. Две лапы для упора, ну и габаритные огни. Пойдемте дальше. По левой стороне, в задней части у нас находится окно, с той стороны аналогичное, ведет нас во второй зоне отдыха и находится возле каждой из кроватей. С левой стороны у нас также есть рундук для хранения вещей, то есть вы можете загрузить вещи отсюда, а достать их изнутри, подняв одну из кроватей. Здесь у нас присутствует поддон, то есть вы можете положить сюда что-то мокрое, например, запаску или палатку после отдыха, и все это у вас не протечет, так сказать, на пол. Очень удобно, тоже чаще всего делают это именно Bailey. Далее, гнездо для подключения кабеля 220, и здесь у нас внешняя розетка плюс подключение к телевизионной антенне. Как вы можете заметить, здесь нет подключения аккумулятора, точнее нет места для аккумулятора снаружи именно. Оно есть внутри, тоже необычно, Bailey делают именно под полом. Это мы тоже внутри уже с вами посмотрим. Ну и, конечно, решетки от холодильника на вдув и на выдув. Холодильник у нас большой, решетки, соответственно, тоже. И фиксатор для двери. Дверь, соответственно, она у нас, как я говорил, уже фиксируется. И разделяется на две части, если это необходимо. Имеет небольшое окно, которое можно закрыть шторочкой. И на входе у нас есть во весь размер москитная сетка, чтобы в случае чего могли проветрить. Над дверью имеется освещение диодное. Далее окно, ведущее в переднюю зону отдыха. И рундук для хранения вещей, аналогичным рундуку сзади, можно загрузить снаружи и достать изнутри. Ну и наверху у нас есть телевизионная антенна. Собственно, по всем допам у нас все. Теперь я предлагаю перейти внутрь и оценить уже саму планировку и внешний вид. Итак, мы с вами внутри, в передней зоне отдыха. Она у нас довольно обычная для английского прицепа. Однако, как вы видите, здесь все довольно стильно. В середине у нас имеется тумба, которая может превращаться вот в такой вот столик. В отличие от многих прицепов, она у нас не съемная, она интегрирована уже в корпус, но она не мешает во время того, когда вы здесь будете спать. Место, соответственно, у нас раскладывается в большую кровать, как вы уже поняли, благодаря ламеле, которая остается вот отсюда по центру.
Есть у нас места для хранения по центру, два ящика и место снизу. Снаружи уже об этом поговорили, но повторюсь еще раз, под этим диваном есть у нас места для хранения. Там у нас также, как и сзади, присутствует поддон специальный. Ну а над диваном напротив, под диваном напротив, прошу прощения, у нас находится все оборудование. Там у нас стоит трумокомби и пакетник 220. Где у нас есть еще места для хранения? Конечно же, под потолком уже классические ящики. В данном ящике у нас находится телевизионная антенна и усилитель сигнала для телевидения. Присутствует у нас также радио. Вот здесь он у нас находится, и колонки уже выведены по заводу. По окнам, по люкам, по одному окну с каждой стороны, три спереди, Skyroof, о котором мы говорили, вот как я вам сказал, очень стильно выглядит, очень много освещения через него сюда попадает. Но если вы вдруг будете стоять где-то ночью, конечно, здесь много электронного освещения. Над каждым из диванов находится по одному плафону угловому. Наверху три светильника, тоже все это хорошо подсвечивается. И, соответственно, диодная лента вокруг этого кожуха Skyroof. Тоже все это очень стильно выглядит. По разъемам, в данном случае у нас вот здесь в углу есть розетка 220 и подключение телевизионной антенны и 12-вольтовое подключение. Все окна, все люки у нас имеют солнцезащитные шторки и москитные сетки. Люк у нас небольшой, сразу за Skyroof 60 на 40 сантиметров. Все окна у нас двойной стеклопакет. Ну, про первую зону мы, в принципе, все проговорили с вами. Давайте посмотрим на кухонный блок. Итак, кухонный блок у нас по функционалу стандартный для английского прицепа, что значит, он очень комфортный. Здесь много чего есть. Давайте начнем по порядку. Здесь у нас три газовые конфорки и есть, на всякий случай, одна электрическая. Дальше у нас идет раковина. Она у нас из металла и круглой формы, соответственно. Столешница не очень большая сначала кажется, однако присутствует у нас ее расширительная как бы часть. Вы можете поднять, и у вас будет больше пространства, сможете спокойно здесь что-то поставить или готовить. Дальше, по духовке есть у нас гриль, конечно же, и духовой шкаф. Плюс есть различные места для хранения под раковиной. Наверху микроволновая печь, работает исключительно от 220, как и во всех прицепах, и места для хранения посуды. Держатель для стаканов и тарелок и просто две свободные полочки. По освещению. Наверху по всему гарнитуру у нас идут светильники и есть отдельное освещение непосредственно на рабочую зону. Также тут у нас присутствует окно с сетками и со шторками, как обычно. И, соответственно, есть две розетки 220 и включение и выключение света. Также возле кухонного блока у нас находится основной блок управления системой трумокомби. Как я говорил, он у нас работает и от газа, и от электричества. В этой системе у нас сразу и отопитель, и бойлер. И, соответственно, они также работают и от газа, и от электричества. Имеет раздув по всему салону, в том числе в санитарную комнату. Поэтому в прицепе будет температура распространяться равномерно. Ну, на этом у нас не заканчивается наш кухонный блок. Напротив тоже у нас есть его часть. Это большой холодильник. Давайте посмотрим. Итак, сразу напротив кухонного блока, слева от двери, находится большой такой черный стильный холодильник от фирмы Dometic. Работают, как обычно, караванерские холодильники от газа, от электричества и от аккумулятора автомобиля. Места здесь много. Конечно же, есть морозильная камера. Поэтому для большой семьи подойдет идеально. Сверху над ним есть места для хранения, вот такая вот полочка. И снизу, соответственно, тоже. Здесь у нас находятся предохранители, предохранители 12 вольт и пакетник 220. Ну и при входе у нас есть вешалки для одежды и панель управления прицепом. Здесь у нас показывается вольтаж аккумулятора. Можно включить водяной насос, ну и, соответственно, массу и освещение прицепа. По центру этой зоны у нас присутствует люк небольшой, 40 на 40 сантиметров, с москитными сетками и солнцезащитными шторками. Ну и мы с вами переходим во вторую зону отдыха. Это у нас зона отдыха с кроватями. Сейчас. Таким образом она открывается на магните. И давайте посмотрим поближе. Итак, мы с вами во второй зоне отдыха. Здесь у нас две кровати отдельные. Они, к сожалению, не объединяются в одну. Как бы эта планировка предполагает, что отдыхающие будут спать отдельно друг от друга. Либо здесь могут два взрослых расположиться, либо двое детей. Соответственно, под каждой из кроватей у нас есть места для хранения. Под той, под которой я сижу, есть доступ также и снаружи. Здесь у нас две секции. Давайте я вам расскажу.
Одна секция у нас с поддоном находится вот в этой части. Одна секция свободного назначения. Можете складывать что-то туда именно внутри. Но секция с поддоном, безусловно, очень удобна для каких-то вещей с улицы. Ну, а над кроватью напротив меня, там у нас одна большая секция, и здесь же у нас находится место для хранения выносного стола, который также можно поставить в переднюю зону, и получится большая и очень удобная обеденная зона. Также здесь у нас сейчас лежат коврики для этого каравана, они ровно размер в размер по всему полу, ну, собственно говоря, они оригинальные. Также места для хранения под потолком уже, привычные, так сказать, всем ящички эти, над ними идут у нас плафончики небольшие для освещения, соответственно. Конечно же, по бокам у нас имеется по окну с каждой стороны. Все они у нас двойной стеклопакет и все с сетками и со шторками. Ну, а на потолке люк, аналогичный центральному на кухне, 40 на 40 сантиметров. Про аккумулятор. Крайне редко, но компания Bailey именно делает аккумуляторы внутри. Это, с одной стороны, удобно, потому что эти пространства являются большего размера, сюда можно положить больше аккумулятор, ну и доступ к нему получить гораздо проще, чем снаружи. Ну и закрывается это все вот таким вот очень стильным ящичком, такой стильной крышкой. Когда вы положите на нее коврик, ее, собственно говоря, и не будет видно. Ну и по низу у нас, как видите, идет раздув по всему прицепу, что я уже говорил. Ну а теперь пойдемте и посмотрим на санузел. Санузел у нас раздельный, то есть отдельная душевая кабина и отдельно туалет. Сразу мы с вами встречаем при входе биотуалет Тетфорд с автоматическим смывом. Конечно же, он у нас является поворотным и имеет индикацию заполненности. А с левой стороны у нас находится шкаф для верхней одежды, очень вместительный. Ну а слева от него находится такое зеркало угловое. На потолке находится центральный плафон, который освещает всю эту комнату. Над туалетом находится окно с сетками и со шторками, конечно же, и тоже с двойной стеклопакет. Справа от окна еще одно зеркало. И снизу умывальник, то бишь раковина, она у нас круглой формы и под собой имеет места для хранения предметов личной гигиены. Ну и, конечно, с правой стороны находится у нас душевая кабина. Хочу отметить, что она у нас очень просторная, именно вот как раз таки в юникорнах, в пегасусах очень вместительные душевые кабины, где помещаются практически любой по размерам человек. Здесь у нас имеется отдельное освещение и небольшой люк 20 на 20 сантиметров с москитной сеткой. Вот такой вот, казалось бы, не очень большой, но при этом функциональный и просторный санузел. Ну а теперь давайте подводить итоги. Так, что хочется сказать в итоге. Отличный прицеп с очень интересной планировкой, которая подойдет для семьи, либо для двух взрослых людей, которым просто комфортно спать отдельно. Ну а по функционалу, по внешнему виду, это классический Bailey с его хорошими интересными материалами, с его очень богатым функционалом, с большим холодильником, ну и с интересными решениями из разряда аккумулятор внутри прицепа. Поэтому приезжайте к нам площадку, оцените его, оцените наши другие предложения, у нас их очень много. Ну и подписывайтесь на наш канал, дорогие друзья. Всего доброго, путешествуйте!